Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в Clash of Clans. Так, с возвращением в вождь, значит, завершенные улучшения у нас. Все-таки построили, да? Все-таки построили, я так понимаю, на меня была атака. Судя по тому, что мы с тобой восстанавливаем тут потихоньку все. Так, у меня что-то за воротами, что ли, стоит? Ага. Стоит за воротами. Кстати, вар выиграли мы. Я уже на второй вар подписался. Так, три работяги у меня свободно. Рад, что я прокачал. Так, теперь, наверное, нам надо прокачивать лагеря военные. Военные лагеря, которые будут строиться хрен знает сколько. Ну-ка. Ну, 12 часов, например. Так, а что-нибудь за бабки можно улучшить? Вышку только. Блин, да ладно, серьезно, что ли, только вышку? 1 час 31 минута будет улучшаться великан. Так, а может быть что-то могу построить новенькое? Золотая шахта, хижина строителя, сборщик эликсира. Гигантская бомба. Улучшить башню магов, что ли? Ну, давай поставим на улучшение башню магов. 8 часов будет улучшаться. И последний строитель у нас. Повозка с добычей собрать. Ящик с кристаллами удалить. Побежал. Сколько там? 28 секунд. Пускай удаляет. Пускай удаляет. Я не знаю, стоит ли мне сейчас перед выходом, ребята, идти в бой, да зарабатывать деньги это, чтобы потом пришли ко мне и разграбили. Я думаю, не стоит этого делать. Три работяги у меня заняты. Так, ну что там? Долго так убираешь-то ее? Молодец. Так, мы еще и кристальчик получили. Так, ну что мы можем на 458 улучшить? Можно мортиру, в принципе. У меня же их две. Это 100 тысяч, а это 200 тысяч. Давай за 200 тысяч фиг с ним, пускай улучшает. 18 часов, друзья мои. 18 часов он будет ее улучшать. Офигеть. Так, здесь у меня работяга чем занят? Чем занят у меня работяга? Работяга у меня, друзья мои, дом мы улучшаем. Дом строителя. Как ты видишь, один день, 8 часов. Да, тут, конечно, в плане прокачки это жесть какая-то. И я думаю, что... А вот как интересно здесь второго строителя? Или здесь нельзя, ребята, его сделать, улучшить исследование? Если только за манной избегать и кого-нибудь поставить на улучшение, чтобы не простаивала у нас обсерватория. Что скажешь? Давай попробуем. Ну-ка, что у нас тут? Ага. Давай попробуем. Блин, ну куда вы... Костер им нужно пойти обязательно, блин. Да бейте вы вот эту вот. Понятно, короче. Ну, эта фигня сейчас уничтожит. Но, тем не менее, ребят, две звезды получили. 66%. Нам нужна манна, нам нужна манна. Так, на меня тут уже, ребят, кто-то напал. Бобс какой-то.
по фулке разбомбил. Надо будет потом глянуть, как он это сделал. Какой армии он там напал. Вот это самое, блин, бесявое для моих варваров, так скажем. Ну, слушай, если успеем по времени уложиться, то на 100% ребята завалим. Ну да, остается шахта у него и часовня, все. И будет 100%. Прекрасно. Так, а можно мне посмотреть ход обороны, где он меня тут на 100% накрыл? Как он тут действовал? Великана поставил в середину у меня. У меня где-то здесь брешь, друзья. Надо глянуть. Только из-за этого он и смог здесь, ребят, пробиться. Так бы ему все легко это не далось. Давай посмотрим, что у нас тут еще. Так. Блин, они пока обсерваторию не завалят, и это все... Они туда фиг пройдут, да? Войско усилено. Ну вот, блядь, пока вот эту парашу не уничтожат... Выкинули, пошли другое бомбить. Ну, 50% будет у нас. То есть уже не зря, даже 57. Пошли костер валить, а потом пойдут, наверное... Да, пойдут в рудник. Ну, за ворота выкинулись. Они же не успокоятся. Их сейчас лучница расстреляет. 70%. Ну, нормально. Жалко, что, конечно, только две звезды. О! Так, ну сколько мы с тобой манны насобирали? 22 тысячи всего лишь. А нам надо... Ну, хотя бы 300. Так, ну-ка давай-ка глянем. Бомбардир тут, да? Он бомбардир взял. Так, лучницы отсюда начали. Ты что, такой бомбардир так бросает бомбочки? Угу.
Нифига, я думал, бомбардир там будет просто, знаешь, как бы. А тут он нифига там шпарит. Это-то фигня, с какого перепуга у меня там стоит. Ее надо на базу ставить. А она у меня вне базы стоит. И как вот ты ее сюда поместишь, блин, вот скажи мне. Да господи, ну. Да ладно, она и не вмещается еще сюда. Ну ты посмотри. Хотел сказать, убрать. Не, неким убирать ее. Ты сюда не поставишь. Так, что я хотел? Вот эту штуку сюда поставить. Дело в том, что лучником ее может забомбить. По идее. Ну, как-то так. Пока. Так, ну что, нам надо... идти за манной. Черт тебя подери. А если мы с тобой возьмем одного великана, или же, или же, например, драконов. Драконов, бомбардира. Как думаешь, такой... Да куда ты в костер-то? Я говорю, в вышку. Да ну, какая-то бредятина. Да ладно, он даже эликсир не добил, а? Он даже не добил эликсир. Так, если мы... Блин, я великана не взял. Выкинули. Да, ну как это? Ну какие ворота? Ну что ты бьешь-то? процентов. По-моему, викинги, варварами намного лучше получается, если чисто их брать в атаку. Нет такого ощущения, что как-то лучше получается за них, когда играешь. Пипец.
Ну, эти, как всегда, олухи бегают там, не там, где надо, блин. И бомбят не то, что нужно. Ну, правильно, им же лучше костры уничтожать. Короче, 48% это фигня полная. Полная бредятина. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Оу, щит. Куда ты полетел-то, дракон? Ну. Он. Пипец. Полетел, блин. Нет, нафиг возьму. Просто возьму викингов. Или варваров. И начну с них. Вообще не то, что нужно, бомбят, ребят. Но тем не менее, 63%, 2 звезды, я думаю, что это нормально. Так, сколько мы с тобой маны насобирали? 41 тысячу. Блин, это еще столько же нужно. Это еще столько же нужно собирать. Так, ну что у нас тут? А раз, два, две пушки только лишь. А раз, два, да, две пушки получается. Да что ты, блин? Слушай, подожди, может быть, раз, два, может быть здесь нам взять одного бомбардира? Пускай тут подрывает все. Ворота бомбит. Да бомби. Ну ты издеваешься, а? Твой хлебом не корми, дай чисто ворота повзрывать. Ну, на 100%, друзья. На 100%, на 100%. Так, давай дальше. Ага, вот такой вот лагерочек. Две пушки, три.
Если я начну вот отсюда. Пора, наверное. Да ядрен матрен, а? Но, тем не менее, 53% я успел урвать ей одну звезду. Такс, что здесь? Хм. Да в плане ты не можешь высадить-то. Ну куда он там пошел? Ну, короче, сейчас пушка его это расстреляет. Он же сейчас пойдет ворота бомбить у нас. Вратарь, блин. Да, тут хренотень получилась. Ну, 68 тысяч уже лучше, друзья, уже лучше. Так, давай посмотрим. Огненный чих. 20 часов, 330. Нам надо еще сотку тогда, получается, набивать. Сотку надо еще набивать. Куда-нибудь отсюда лучше начать, наверное, да? Хрена вы туда сунулись, я вот не понимаю вот этого. Две звездочки, шикарно. Почему они внутрь не пошли? Почему они снаружи начали уничтожать-то все? Я никак вот этого не догоняю. Отсюда. Ой, отсюда. Это там бомбите. Теслу, правильно, Теслу бомби. Вот им надо, блин, вот часовню бомбашить, а? 8%, ну нормальный результатик, ребят. Как по мне. Сотка, конечно, было бы лучше, но и такой тоже расклад подтянет. Так, 251 тысяча. Двигаемся дальше. Пока варварами, ребята, играем. Так, бомбардира, куда сюда влепить? Пускай начнет отсюда тогда.
Ну куда вы, блядь, побежали-то? Ну... Ой, дурачье. Ну, дурачье, твою налево, а. Ну, а как ты по-другому? Ну, не дураки ли, блин? Не, чтобы вовнутрь бежать. Нет, они побежали снаружи. Я понимаю, что уничтожать все. Но внутри-то там тоже есть все. Нет, блин, надо вот снаружи бежать. Говнюки, блин. Ну, у него тут все на противовоздушку взято, типа, да? А я тогда вот отсюда начну. Все, лучница уже встрепенулась. Нет, эти побежали опять туда, куда их не просят. Вы идиоты, что ли? В шоке с них. Бараны, а. Ну просто, ребята, бараны, а. Я до сих пор не могу понять. Они уничтожают все внутри всего дофигища. Нет, они идут туда, куда не надо. Процентов. Ну окей, хотя бы 60%. Хоть что-то. Хоть что-то урвали с паршивой овцы. Угу. Но здесь можно взять, например, дракона. Раз у него одна всего лишь тут стоит. Лучница видит, да? Опять дурачка врубают. Тесла, блин. Ну и все. Больше нам здесь никто не помешает. Если по времени успеем, то 100% будет. Хотя... Раз, два, три, четыре, пять. Пять объектов. А еще лагерь. Ну и все, часовня последним получается у нас. На 100% замечательно. Да блин, бомбишь, бомбишь, все никак не насобираешь. Надо двигаться дальше тогда. Ну чё, ребят. Ох, нифига, тут у него мортиры, блин, все дела. Черт его знает, как тут лучше сделать. Интересно, мортира далеко бьет? Да-да-да-да-да, шарики. Как всегда, все.
Ой, ё-моё. Огнежар. Я его и не увидел, если честно. Этого огнежара, блин. Башня крестиком. Ну куда ты, дракон? Ну полетел-то, ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Бомбами, ну 57%. Так. 285. Погнали дальше. Буквально еще пару поединков. Ну и в принципе, наверное. Да куда ты побежал-то? Ну опять, ну... Да, это хренотень сейчас. Все, что ли? Это вот из этой колобахи, да, все, я это понимаю. Можешь великана взять лучше, а? Вместо дракона, я имею в виду. Так, отсюда, если запустить бомбардир... Куда ты пошел? Ну, куда... Да пробивай ты. О, ворота пробил. Посмотрим. Фиговина опасная очень. По крайней мере для варваров. Наносит урона дофигища. Сейчас бумс и трупики. Ну да. Ну да. Так, ну что, друзья, насобирали мы 300. 316 тысяч. Нужно еще. Господи, надо еще. Так, если я начну, блин. Ну, отсюда. Да куда ж ты опять-то побежал, а? Ну давай тогда обсерваторию вали уже. Ну если я вызову великана. Не, надо ворота прибивать.
Фига тут у него ловушечки. А Тесла вон у него где находится. Вообще за пределами. Но нормально, 70%. Я считаю, неплохо. Это смерть ваша. Так, ну нам, наверное, большего и не надо было, по идее. Я так думаю, что нам сейчас хватит. Блин, да ладно, что, серьезно, что ли, не хватает? Лучницу? Нет, я хотел бы великана, наверное, прокачать. Блин, наверное, еще придется один заход сделать. Так, если мы, например... Ну вот отсюда начнем. Куда ты бомб... Это же, блин, не туда отправил я его, ёк-макарёк. Бомбардира хлебом не корми, дай позрывать ворота. Сейчас попробуем сделать... Забомбил, отлично. Теперь наше время выступать. Ну, сейчас, ну, куда ты бомбишь, гадюн? А, у него еще и мортира тут. Вот с мортирой-то я, конечно, лопухнулся, ребят. Одну звездочку все-таки урвали. Ходит, блин, потерявшийся, заблудшая душа. Сейчас мортира в тебя бомбанет. процентов. Окей. Как думаешь, хватит нам? Да, блин, 344. Да вы издеваетесь, а? Блин, вот, кстати, здесь было бы прикольно, ребята, выставить его. Да бомби ты вот сюда, вот. Так, тут и бомба, тут и мортиры. Так, куда? Вы куда побежали-то, дурачки? Не, вы сейчас серьезно? Тут стояла вышка, они побежали. Ай, бестолочи. Господи, жалко было таким бестолочами быть. Оббежали вышку, побежали бомбить пушки. А вышку просто проигнорировали, друзья. И чё? Да чтоб тебя, а? Это, видимо, на меня атаки нападают, когда тоже там воруют какую-то определенную часть, наверное, эликсира, скорее всего. Так, он ее чинит, да? Он ее чинит. Значит, она пока не в работе, получается. Но мне надо сносить. Подбей! Не подбил ни хрена. Все, дальше наша работа. Да куда ты побежал-то, ну? Вот идиот!
Ну это не бараны ли, а? Да все, 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 ты труп. Ну он прихватит с собой, да? Рудничок. Так, ну теперь уже точно должно хватить. 2500. Слушай, это издевательство какое-то, а? Это какое-то издевательство. Так, ух, огнежар. Друзья, тут огнежар. Не знаю, что получится. О, мортирушка уже тут как тут. Что там? А, ну правильно, тут огнежар. Нет, против огнежара, конечно, пока моя армия слабовата. Она же и летающие цели подбивает, насколько я помню. Ну что, бомбардир, выходи, бомби. Запускай свою большую бомбу. Так, обсерваторию он начинает бомбашить. Что, здесь высаживаемся? Ну хотя бы вышку прихапал. И на этом спасибо. 61%. Великан ни хрена не живучий. Так, 349. Да ладно, неужели? Насобирали. Давай, ребята, исследование. Так, варвары или великаны? Наверное, великанов. Поставленные... Блин. На улучшение... Да, сделаем так. Вышку прокачаем, и нам будет доступно новое сооружение. У нас какого уровня сейчас? 5-го будет, да? А с 5-го уровня нам что дается? Да какой военный лагерь, блин? 6-й. А нам нифига не дается. 8-й, 9-й. Ага, вот. Мультимортира нам будет доступна. Мультимортира. А жаровня будет на 6-м уровне. Это 10-й. 4 ляма, ёпрысоты. 8-й, 7-й. В общем, мультимортиру мы получим. Ну, в принципе, ребят, нормально. Против варваров, конечно, они... вряд ли она потянет хорошо, потому что варвары быстрые. Но, тем не менее. Так. Я, наверное, ребят, не пойду сейчас зарабатывать ниманную денег. Я уже говорил, почему. Потому что не хочу, чтобы... меня разграбили.
Так, здесь у нас подходит к концу исследование великана. Мне бы, конечно, хотелось бы... Так, у нас какого? 6-го. Мне бы, наверное, потом надо будет поставить на прокачку... Так, лаборатория 5-го уровня. Да, потом надо будет поставить магов, прокачать их чуть-чуть. Ну и... Слушай, а крепость клана что дает улучшение? В крепость клана находятся сокровища и отправленные с сокланцами войска. Угу. То есть это подкреп здесь будет. То есть есть смысл прокачивать больше, наверное, юнитов тебе могут давать, скорее всего, так. Так, ночной стрэш, что там у тебя за повтор? Ой, блин. Уничтожает воздушные, да? Значит, он хочет атаковать воздушными юнитами, насколько я могу понимать. Электрическими, я понял. Легионеры тут. Армия лучниц. А вышки? Всего последний дракон, я так понимаю, да? 67%, да. Какая-то армия. Не кисленько, да, так было, я так понимаю, еще хлеще будет. Так, ну что, у нас день подготовки перед варом, друзья мои. Вар будет. Второй уровень получим. Что-то там у нас, по-моему, вот это вот откроется. Или что-то в этом роде. Вот, а на сегодня тогда я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.